Also die Grabstelle 2, das ist die Grabstelle des Frankfurter Rabbiners Josef Theomim. Diese Grabstelle hat den Frankfurter Friedhof berühmt und bedeutend gemacht. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man auf der internationalen Ebene bemüht ist, hier so viel wie möglich wieder herzustellen. Nehme ich an, dass dieser Friedhof schon in der Zeit um 1280-90 eingerichtet wurde. Und damit natürlich denn das Alter von 600 Jahren gut überschreitet. Ich habe praktisch den Friedhof im Jahre 1965 noch im unzerstörten Zustand erlebt. Der hat also die NS-Zeit völlig unbeschadet überstanden und auch den Zweiten Weltkrieg. Beginnend mit 1975 zerstört. Die polnischen Behörden waren der Meinung, dass das Gelände umgenutzt werden müsste. Und mit der Umnutzung wurde also geplant, ein Gasthaus zu errichten, was zum Schluss ein Puff war, also ein Freudenhaus. Und dazu war es erforderlich, nach diesen Planungen den Friedhof zu planieren, um eine gerade Fläche für einen Parkplatz rauszukriegen. Und bei dem einzigsten Bombenangriff auf Frankfurt-Oder im Jahre 1944 sind hier die ersten beiden Bomben gefallen, die einige Grabstellen zerstört haben. Und die Leichenhalle, die unmittelbar hinter ihrem Rücken gestanden hat. Modell Traurhalle. Это модель сделана господином Штрамбранд с детьми на уроках творчества. Так, такую же мы как бы имеется у нас планы, если правда будут у нас возможности, чтобы сделать на новом еврейском кладбище такой же траурхале, как было на еврейском кладбище, которому 600 лет. Аппетит, когда приходит время еды, есть такая поговорка. Ну а сделаешь нам это кладбище еврейского, которое Слубице было, там такая, как часовня была, ну, поминальный дом, где отпевали покойникам. Тоже старые фотографии где-то, одну единственную с улицы только, купол, и там из-за деревьев видно, ну, общее здание и все. Вот это я его тоже сам домыслил, сделал. Тоже получилось вроде маленькое, но нормально получилось. После этого он опять говорит, ой, говорит, а может быть вы нам сделаете второй Иерусалимский храм? Сделал. Мой сын, который в Канаде, папа, я тебе пришлю, а у меня кедр канадский, это он мне присылает оттуда посылками. Я тебе пришлю материал, сколько надо. Говорит, если второй храм есть в Иерусалиме, макет один, а первого храма нет еще, не говорит. Пусть твой храм будет первый, сделай. И я им ничего не говорю, они меня не просили. Я сам взялся, я с удовольствием туда ходил и хожу. Сейчас плохо себя чувствую. Ну, честно говоря, потому что у меня там есть этот угол, где я могу, ну, любимым делом заниматься. Кошерные продукты
Вырабатывается специальная обработка, специальные коровы, специальная обработка. Это очень тяжелый процесс, и они продаются только у нас, в нашей земле, только в Берлине, и они очень дорогие. Вино, маца кошерное. Вообще в Германии есть очень много продуктов кошерных. Мы все, что мы можем кошерное купить, мы покупаем. Произошло возрождение этого. Вот. И мы должны проводить работу, чтобы действительно жить еврейской жизнью. Не так просто, как вот помещение нам дали, мы здесь организовываем какие-то... Ну, первое, вот, что у нас встреча субботы, допустим. И мы ни разу... Если раньше когда-то была, когда община организовывалась, то был раз в месяц шаббат. И ждали, когда приедет человек и будет проводить. То сейчас мы как бы вырастили своего человека, который может проводить уже шаббаты. Да, еще мы недостаточно сами религиозны, но это насильно не может быть. Постепенно человек входит в это, приходит к этому. Поэтому традиции эти зарождаются в семье. Но так как я сказал раньше, что в Советском Союзе было это все запрещено. То есть это не так просто это все возродить. Человек сам приходит к этому. Ну, мы здесь сами и учимся. Если мы ничего не знали, то мы сейчас сами уже знаем, когда праздник, когда свечи зажигать. И дома зажигают свечи женщины, и здесь зажигают свечи, и праздник стараемся все эти выполнять. И этим же мы учим людей. Синагогу как таковую у нас нет средств построить, а имеющимся зданием мы приспособили это помещение и сделали религиозный зал. Так как нет балкона, мы сделали перегородку. Женщины находятся с правой стороны, мужчины с левой. Так мы вышли с этого положения. В 2008 году нам подарили Тору. И это, как говорится, еще выполнить еврейское иметь свое кладбище. И у нас будет как бы все условия созданы для еврейской жизни в городе Франкфурт. Чем мы и занимаемся. In dieser Stadt, was hat so viel jüdische Vergangenheit? In dieser Stadt, was die heilige Rabbi, der Prima Gadim, hier amtiert hat, wird auch danke zu der Initiative von den Rabbiner und die Gemeinde und die Stadt Frankfurt Oder ein lebendige Zukunft erleben. Многие вот евреи приехали, особенно старые евреи, из-за того, якобы, что там, но в России не давали возможности религиозные обряды соблюдать и все прочее. Нате вам, пожалуйста, нате вам деньги, соблюдайте ваши обряды. Ну, и единственное, ну, неудобство, что ли, в том, что оно... То, что она называется еврейская религиозная община. Почему-то вот немцы вот на религию, как религиозную общину, они дают деньги. Но если ее назвать просто еврейской общиной и убрать слово религиозное, они прекратят, не будут давать деньги. Понимаете? И поэтому это до некоторой степени осложняет жизнь и работать руководство общины. Они связаны вот этим, что только при том, что это будет религиозная община, то есть надо
соблюдать все религиозные праздники, шаббаты вот это каждую пятницу. Хотя ведь абсолютное большинство нас и бывших советских людей, для нас это все, получается, это как бы принудительно, понимаете? Очень кошерными людьми сделано это.